Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лучший бомбардир самарской команды «Спарта» Игорь Тихонов в хоккей попал случайно. Друг привел на тренировку. С тех пор, говорит, ни разу не пожалел. Игра динамичная, скоростная. Кроме классического варианта, матч проходит на площадке размером с футбольное поле без бортов. Есть и мини-версия – ринг-бенди на канадской коробке, где обычно играют в хоккей с шайбой. Еще одно отличие – на площадке за одну команду играет не 11 человек, а 6. От своего дебюта в официальной игре с новокуйбышевским «Нефтяником» Игорь Тихонов остался доволен. Забил 3 гола, ну, сыграл так, неплохо. Для первого раза хорошо понравилось. «Спарта» – команда молодая, появилась год назад. Хоккеисты – ученики лицея «Созвездие», ребятам от 7 до 14 лет. Идея возродить русский хоккей в Самаре пришла Александру Егорову. Тренер когда-то сам играл за команду «Подшипник». Участвовал в первенстве города. Сейчас в Самаре одна команда, и то детская. Тренировки проходят в основном на земле. Льда нету на улице. Снимаем лед за свой счет. И один раз в неделю сложно что-то натренировать, катание поставить. Помощи нет никакой, финансирования тоже нет. И дети, и взрослые, в принципе, забыли о таком виде спорта, как русский хоккей с мячом. Соперник местной «Спарты» в финале открытого первенства Самары – новокуйбышевский «Нефтяник». Хоккейная школа с традициями. На коньки мальчишек ставят в 4 года. В бенде в городе «Нефтехимии» играют семьями – отцы и дети. Молодежь мечтает попасть в профессиональный хоккей. «Енисей», «Кузбасс», там, ага. «Динамо». Так, а ты в какую хочешь играть? В «Енисея». В Новокуйбышевске в русский хоккей играют 6 детских команд. Отбор юных спортсменов проходит в 3 этапа. Обучение катанию, физподготовка. В команде остаются самые талантливые. Мы уже рады, что хотя бы появились еще детские команды в Самаре. Нам уже есть с кем соперничать, и уже хорошо. Но мы надеемся, что хоккей с мячом будет развиваться и дальше. Детям хоккей нравится. Гости из Новокуйбышевска выиграли открытое первенство Самары. В финале неприлично разгромив местную «Спарту» со счетом 24-4. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.